Всем приветик. У нас вот такой вот обед. Я доедаю мужа Ролтон. Не дожрал. Я две заварю, И, короче, не доел. Сейчас я его доем. И бутер с беконом. С сырцом внутри. Но это для тех, кто любит попроще, да? Ну и картер. Но это да. К сожалению, здесь номер снять нельзя. Совсем не человек получил в этой тюрьме максимальный срок. На Тобольские нары провели колокол за то, что известил жителей города Углича о смерти царевича Дмитрия. Начался свод. Люди собрались. Ноготочки себе сделала. Кто же убийца вершит самосуд? Видите? Так, все. Не понравилось. Терма. Вот, что колокол сбросили. Здесь, когда тепло, такой цвет. Ладно, такой цвет. Ну, ту петлю, на которую полностью, когда в холодную, там, в морозилку руку засунешь, в холодильник, таким цветом синим полностью ногти. Горячей водой моешься или моешь посуду зеленым цветом полностью ногти. А сейчас вот так вот. Вот это. Как президентом. А! Ладно. Настоящий старосибирский борщ. Блин. Я ем, крест. Ну кто? Горчица вообще суперсок. Тобольск – колыбель знаменитостей. Здесь родился Менделеев, и автор картины «Охотники на привале» Петров. Петр Ершов, автор знаменитого «Кокорица». Жил здесь и последний российский император Николай II. Когда-то все они ходили по главной центральной улице. Теперь она – бульвар разрушенный. Мне волосы подровняли. По какой причине здание? Муж подровнял мне волосы. Неясно. Комплекс зданий полностью. Разрушен. Криво, конечно. Ой, конечно, выглядит. Ну, плюс, конечно, правило. 10 главных достопримечательностей и 10 мифических существ. Подравняла сама. Тобольск, потом. Город ангелов. Ангел смотрит вдаль. Ангел, транствующий ангел. Сейчас, немножко приберемся. Они будут рассказывать истории о городе. А еще здесь фестивали ухи, чудо-юдо-рыба-кит и настоящие сибирские косторезы. Ушком пойдем. Производство из бивней мамонтов. Угостя. Путешествуйте. У нас много неизведанных мест. Тинькофф, за карты кредиты в деле прощения. Как вам моя длина? Пока сказать один час. И выводы вас за... Я сама в шоке. Уже длина, блин? Вообще ужас. Компотик. Я ни разу такой длины не делала. Вкус детства. Какие плюсы и минусы есть в компотах? Сохраняются ли в них витамины? И чем могут быть опасны компоты? Это тема расследования недели. Жуй кокос. Да, вот это называется жить полной грудью. Пить кокос. Всем лицом. Полезен ли кокос для здоровья? Что же наука о влиянии на нас, этого популярного символа райского наслаждения? И как вскрыть крепкий орешек? Боже, он истекает соком. Живая еда с Сергеем Молодёвым. Сегодня в 11:00 на НТВ. Суперстар. Новый сезон. Сегодня в 20:20 на НТВ. Ну ца. 160 лет инженерия, миллионы километров. Я не знаю. Все это ужасно. Можно постричь? Если в салонах официальных дилеров Чарка. Постричь? А если еще? Я тебе как раз успею. И вымоешься. Давай. Такого мы еще не предлагали. Но надо спешить и предложить. Да. Я даю? Чарка. Больше, чем просто. Телевизор Хайсенс. Это яркая, четкая картинка. Ну, вообще пока. А где? Полное погружение в просмотр. Это невероятная реалистичность. Тут Кирилл, по-моему, на подоконнике. Здесь я. Там, где-то. Это лазерные инновации. И феноменальные цели. И начало на другом экране. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь. Встречайте Новый год с ВК. Здесь можно задать настроение одним новогодним плейлистом. Поздравить близких в ВК-звонках. Даже носочки. Когда совсем к этому не готов. Удачи. Я только болею. Незабываемые моменты в ВК-клипах, которые... Когда я выздоровлю, блин? ...со всеми и встретить полночь под шквал поздравлений в мессенджере ВКонтакте. Пересолил, блин. Встречаем Новый год вместе. Винг представляет. Даже тайсу не достать. У нас тут целая зимовка. Втроем уж поели. А значит...